Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Игнатов. Я вас приветствую на нашем фермерском хозяйстве компании Snails House. Сегодня я вам отвечу на часто задаваемый вами вопрос. Когда же мы выходим на поле с улиткой? Для того, чтобы вашей маленькой улитке было комфортно на вашем участке, вы должны придерживаться следующих критериев. Критерий номер один – это температура. Ночью температура не должна опускаться ниже плюс 5 градусов. Критерий номер два. Кормовая трава для вашей улиточки должна быть не ниже 10-12 сантиметров. Так как рост и комфорт вашей улитки зависит не только от кормов, ваше поле должно быть обеспечено системой орошения. И это критерий номер три. Критерий номер четыре. Улитка – это ночное животное. Дневное солнце для него пагубно. И мы с вами должны создать для улитки искусственную тень. Под тенью я подразумеваю деревянные домики для улиток. По домикам мы дадим отдельный ролик. И пятая рекомендация бонусом. Ни в коем случае не поливайте свою улитку водой напрямую из скважин. Как минимум, вода должна отстояться и нагреться. Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Дальше будет круто.